Всем привет, на канале Жамич. Тут для третьей части Call of Duty Infinity Warface. Итак, продолжаем наш командирский мосток. Значит, почеток миссии. Поехали. Готов. Сэр, ваш ключ может активировать сверхсветовое перемещение. Есть. Давай, активируем. Ключ на старт. Капитан Ферренс Тигра вызывает командора. Не знаю, заменил командира. Капитан Тигр совершит прыжок за пределы своего части. Боя. Подойдет возмездие, будем держать позицию и ждать ваших. Корректор, главный на своем корабле. Вперед, капитан. Прыжок. Даю сигнал. Ой-ой-ой. Через 3, 2, 1. Чё себе, как он держится. Статус. Точность положения 0.97. Целостность корпуса нарушена. Шансы есть, Грок? Я нас вытащу. Идет ровненько. Конец маневра. Ровненько, туда. Вход через 3, 2, 1. О, полегче стало. Дама, есть лейтенант. Капитан Тигр готов к поддержке с воздуха. Старший, когда десант будет готов к высадке. Окей, что нам дальше делать? Сигнал, сигналы, поспешим. Грок, бери управление. Есть, сэр. Лейтенант, капитан, пройдемте в арсенал. Пошли. Что у нас тут есть? Ничего такое мое, да? Ничего не могу поюзать и так дальше. Это такая с капсулы. Тогда наши, ага. Почему командует сержант Амар? Это совместная операция, Солт. Он старший десантник на борту. Он нарушил субординацию. И шо? Понимаю, близко к сердцу. Мичман Гриф ожидает вас обоих в арсенале, капитан. Так, ага, всю сторону, да? Нам... С... Ничего обычно мая лишних. Капитан. Ну и как оно? Не очень. Чего? Сальники спеклись, вентили подтекают. Да я монтирую, блин, что ты стоишь, ждешь. Гриф? Лейтенант. Я прибрался тут как мог, пока ждал, когда пожалует капитан. Это все тот же я, Гриф. Кстати, о переменах. Выбирайте снаряжение, сэр. Можно? Давай. F, используй терминал. Оружие, да? Это Волк, Гриф? Название, конечно, ужасное. Только что получил схему и сразу распечатал. Серьезная пушка. Так в чем цель? Подкрепление в лунный порт. Это типа нам... Тогда берите что-нибудь энергетическое, чтобы легко справиться с ботами СДФ. Рекомендуемо, да? Еще есть разные модули к нему. Что-то интересует? Осталось выбрать снаряжение. Есть и добрые осколочные гранаты, но есть и штучки покруче. Ищейки и все для взлома. Ищейки — это хорошо. Как я выбираю, подождите. Ну пока что это обдыхай. Что за рукоятка? Ну это получше будет, я ее беру. Так, точность. Давайте эти возьмем. То есть темп и урон. Все, давайте эти возьмем. Сюда сейчас мы наши взять. Так, гибридный скаут. Прицел. Давайте гибридный скаут, блин, прицел. То есть аптика это дает, да? Давайте возьмем С. Тактические новые что-то можно взять, да? Боевые гранаты, ищейки, это хорошо. Ага, все, я понял, тик, мы на что-то надо взять. Комплект шакала. Крылатая пуля. Обычно чином можно выбрать, как он думает, да? Улучшенное оружие. Увеличится урон запаса ракеты. Так, я даже не знаю, что сделать. Это так для корабля, да, правильно? Давай это лучшее оружие, окей, пофиг. Дальше, окей, типа, я понял, что дальше делать. Так, как бы копировать. Свидер риф, комплект один. Ну окей, что дальше делать? Все,
Настільки я поняв вибору. Тип камуфляжу городського. Нормально він переодівся одразу, так оружие. Никогда не здавайтесь, капітан. Окей. І не подумаю. Задайте їм жару, сэр, ми прикроємо. Постараємося. Ми їм покажемо. Так, поїхали. Там, кстати, що ж пруски було на дверях написано, я не встиг прочитати. Надо переїжджати їх на шакрис. Все это совершенно не просто. Их больше, но мы умнее. Давно ли мы до такого дошли? Что у нас за оружие? М-ка на ней, да? У нас больше на кого похоже. Так, Итан, он все пришел. Поехали дальше. Никсон? Командир? Хотел бы остаться лейтенантом. Нет, сэр. Ты создан для этой роли, Рейс. Ну-ну, побачим зараз. Что в ангаре? Порядок, работа тебе. Итан, ты отправишься с нами. Так точно, сэр. Капрал Брукс вас показал. Не все М-ки. Но мы, ну ладно, пофиг. Еще потом поменяем. Спасибо за заботу, капрал. Так, усилитель. Два возьмем себе. Шлем. Все как надо. И чего эти ранцы, мэм? Чтобы прыгать и бегать по стенам. Для условий невесомости. Разве ты не знал, Итан? Знал, капитан. Но голос лейтенанта меня успокаивает. Даже я взял его, да? Да, взял. Він якось надів її, потім взяв, зняв, типа, камон. Вона там була написано вверх, відкриті, а вниз, типа, закриті, і все одно вийшов, типа, де логіка. Слушай, офіцер, і цей парень, зачем ти здесь, дрон? Приказ капітана, штаб-сержант, і я бот, а не дрон, но неплохая попытка пошутиться. І там саме лучше. Не мені, я простой солдат. Уймите бота, капітан, пока я його не вишвырнув. Май, блин, який ти умний. Это не обязательно, штаб-сержант. Итан. Хватит. Есть, сэр. Все вездеходы заняты. Не проблема, рядовой. Он постоит. Давай, Итан. Держись крепче. Да, мэм. Куда нам? Сюда? Дружимся. А, нам мы вообще сзади сидим. Тю, блин, думаю, спереди будем за рулем хотя бы. Ну ладно. Отойди, робот. Блин, мы робота вообще не любят. Итана. Слушать, пока не поздно. Штаб-сержант. Команды. Противник окружил лунный перевалочный порт. Возмездие забросит им на помощь две группы. Альфа и Браво. Один и два. Главная задача — вернуть ЮНС-апорт. Ура! Ура! Надеть маски! Тигр главный, как слышите? Хорошо, готовы? Так точно. Мы под плотным огнем, сэр. Надо срочно входить. Открыть. Ты так и не понимаешь... Когда мы, мы на земле, ох, истребители сразу. Ой-ой-ой, я урон получаю. Ужас. Так, там, там же минус челик. Камон. Блин, так, подклинная точка. Ой-ой-ой, зараз будет весело. Это прям какой-то форсаж, что-то типа такого похоже. Ой-ой-ой. Все, я его снял. Это поганый или хороший, я не понимаю, иначе хороший. О-о-о-о. Минус наша тачка. Пока ничего немножко не понятно, а что у нас пикиды? Вылазь, дружок. Нормально. Экипируемся и берем терминал. Давай. Загоним СДФ туда, откуда вылезли. Окей. Сектор отцеплен. Аварийный шлюз открыт. Так, тут можно что-то полутать, не? А что он так медленно ходит? А, я понял. Он и свиток ходит. Так, они меня ждут, правильно? Вот и гравитация. Кислород есть. Здесь маски. Нет, а я в маску снять без понятия. А, он сам. Открыть дверь. Внимание, терминал будет изолирован. Немедленно. Никого нема, да? О боже. Внимание, расстрелять. Всех с мафией, здесь только трупов. СДФ пленных не берет. Внизу все перекрыто, не пройти. Пойдем на второй. Внеси прыжки, блин, конечно. Сейчас. Топовые. Только я сейчас пока не научился, как на них правильно прыгать. Ага. Так, пока на кого нема, мы на другой этаж, да? Противник в районе. Всех
Давайте ищеечку. Ищеечку кинем. Перезарядить надо, да? Блин, быстро патроны идут. Так, что я по стенке на нюте пробил. Прикольно, мне нравится. Это какой-то спин... забег называется, игра там про паркур. Так, побегли. Итан? Что у нас тут? Опа, ищеечку кидаем. Ой-ой-ой. Так, як сховать эту фигню, блин? Потому что она покоцала трохи. Ищеечку типа чи, на. Ладно, поехали, со сви, да? Минус. Кто по нам стреляет? Ой-ой-ой. Вы ранены, укрытие. Погнали! Ищеечку типа чи, на. Не бояться ей капец. Ох, ну ее разорвало. Еще и конец боеприпасов. Хедшот. Ай, граната. Так, они все втекли, да? Гранату. Ой-ой-ой, тут сбоку стреляют. А блин, камон, вы ранены в укрытие. Ой, если я его снял, так. Ой, граната, блин, задубал мне с этими гранатами. Если честно. Ого. Так, камон, мры уже. Есть минус, да? Есть. Что там один? Ой-ой-ой. Вы ранены в укрытие. Кидаешься. Что ж мы тут их развалим, если честно? Мертвый, не? Ну все, поехали. Полетели. Так, давайте пополним арены и все остальное. Роботы, куда? О, блин, грена. Куда? Гранату, на, чи, на. А, тут свои, сори. А, нет. Ай, блин, подожди, сори. Так, три, да? Четыре. Кидай мне ничего. О, блин, я зарубал на гранату. А можно спуститься вниз, да? Вылазь, бработяга. О, блин, стреляет. Ой, блин, кинулся на себя гранату, сори. Мрия, мразь.
там никого нема, а не есть. Есть минус. Есть. Блин, задубал на граната накидать. Ого. Гранату кинем им. Ща одну. Есть, убит. Ага, немає гранати. Жди на 12 часов, да? Так опять всегда недавно беруть фига. Ужас. Сейчас он вылезет, я ее убью. Пипец, давно беруться. Па-п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 а. Це свій, сорі. Дружок, сорі. Давай сюди. А, це свій, сорі. Ага, все. Підешимся. Ой-о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 й, что случилось? Фу, блин. Блин, матч погнал. А, губил, да? Прикольно. Так, погнали дальше. Блин, кто стреляет, кто стреляет? Давайте откидаемся. Не бачу, а це свій, да? Так, пішли далі. Нікого немає. Треба сюди валювати. Кидаємося, присідаємо. Ой-ой-ой, хтось гринку кинув так технічно. Свій, да? Давайте перемаємося. Максимальні запаси. Ой, свій кину, наверно. Да, свій кину. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мене уб'є. Треба якось обійти його. Мені хто стріляє? Я не розумію тільки хто. Да, хто стріляє. А кто мне бомбу кидает, блин, урод? Да камон, все можно. Все, наконец-то. Ему крышка. Наращи. У охотников отличные щиты, захватите один. Можно, да? Спасибо. Между попадания бронебойного есть режим прозрачности. Спасибо. Где мы? Там победа, наша сила в людях. Вытащим береговых из лавки. Так, мы что сюда, да, можем тика? Ну пошли вперед. Ага, нам тоже промахти. Блин. Вот и зал С. Группа сапля близко. Понял. Альфа береговым один. Мы уже на подходе. Ой-ой-ой. Кью. Какие себе щиты, если честно, гранат. Перезарядить надо, капец, ужас. Ой,
Давайте ее разваливать. Ты перекидаешь все по-быстрому? По кому бы стрелять? Давайте развалим его. Ой, блин, тут не убьет нафиг. О, тут шутя еще какие-то. Кидаем осколочную на него. Еще раз. Еще одну. И пополнить. Все, я убил. Отлично. Отлично. Что мне за пушечка тут? Спасибо. Пожалуйста. Я не хочу пушку. Пушку нет, не хочу. Ты вообще ничего не моя, правильно? Ну, пошли. Наш отряд в ангаре вместе с вашими десантниками. Сзади теперь чисто. Выведите раненых. Раненых, конечно, куча сила. Что у нас тут есть? Противник на подходе! Вперед! Идем. Побегай. СДФ на 12. Ой-ой-ой, назад, ой, назад, когда. Или там гранату кто кинул? Так, я не бачу никого, кто там стреляет. Давай. Ага, нас немає гранат, да? Пипец, там трупи уже. Ой-ой-ой-ой, походу мені хана, да? Эх, схватиться. Султер, держись. Итан. Ё-моё, что сейчас будет? Пипец, мене треба пробити і цей скафандр, і зараз я буду тягати воздух, і я здохну. Ітан, зловиш мене? Фух, Ітан молодець. Давай. Я йду як можу. Ой-ой-ой-ой-ой. Я уже походу сейчас не могу. Еще трохи. Давай. Я стих походу. Дайте мне воздух. То есть надо нажать F, да? Пихаем. Фух, слава богу, повезло. Минус шлем. Я в порядке, а ты? Лучше некуда. Итан, робот. Ему можно. Можно себе позволить. Хватит ли двух флагманов для господства в воздухе? Нет, им понадобится поддержка авиации. Надо вооружить капитана. Да. Где вы храните оружие? У меня нет оружия. Тут рядом. За мной. Да, там не шусь. Внимание! Альфа на северной стороне ангара. Какой статус? Идем к вам, главный. Пушечку можно мне какую-нибудь? Я открываю двери. У меня оружия нема, я открываю двери. Прикольно. Так, что тут у нас есть в шкафчику? Спасибо, гвардеец. Дробовики и пулеметы. Самое то. Капитан, шоковые гранаты отлично идут против ботов. Так, да? А что тут на за компьютере? А, она улучшит себе? Нужно улучшить снаряжение. Тут ничего не можно взять, да? Ничего не можно взять. Сменить. Еще ничего не надо, не можно взять. Фигово. Что тут полос? Блин, какие-то оружие говно. F, что тут? Шокови, да, можно взять. Такое оружие говнище. Это она дома не говорит, да? Готов. Выдвигаемся. Все, взял. Открывай, боец. Это контратака на базу. Давай, пусть надо было сменить, я взял. Взял, что все одна.
Бежим, уже бежим, бежим, бежим. Мы тут союзников нашли. Иду право. Так, у нас тут есть что-то. Мы позади вас, спешим на помощь. Гренку тики, чина. Чина. Есть. Назвала я их трохи. Чина. О, прикольно. Два ща возьму трохи. Свій. Стрелять таке з нього, звісно. Ой-ой-ой-ой, граната. Щоб мене не вбило, кстати, повезло. Таке собі стрілять з нього. Блін, мене хтось, по мені хтось стріляє так жорстко. Я не бачу откуда. Мінус, да, чувак? Мінус робот. Откуда стріляють? Мене хтось розвалює жорстко. Ой, сорі, чувак. Розвалі. Ох, тут мене взривають ці фігні, я поняв. Значить, більш нікого немає. Можна трохи пройти. Опа, 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 опа. Давай зайдем збоку. А? Чоб і ні. Це свій, да? Мінус. Ого, бляха, подожди, подожди, подожди. Есть минус. Мрем, роботяга. Сейчас перекидаємося. Нам треба наверх, да? Ну пошли. Це свій, да? Давайте зараз візьмемо боєприпасу. Відкриваємо двері. У мене немає гранати. А тепер забігаємо і розвалюємо. Ще одну шоку кинуло. Перекидаємося, виїхували, ну я вже. Чисто, да? Отлично. Уверені? Та до всіх не так точка доступу, да? Нам сюди ж? Рад вас видеть. І я. Така сі Call of Duty. Третій час, якщо чесно, мені не дуже. Це космічна ця хрень. Сюжетка не така. Чересчур все. Фантастика чересчур. Кьюпі. Нормально. Де якийсь боєприпас там взяти чи що? Давай. Пойдешь с нами, Итан.
Ты нам, ну, ты ж робот, ты нам сюда надо будешь. Амар, ты Солтер. Итан, ты со мной. Ага, это, конечно, оружие есть. Зачем бот? Возьми бойца. Я уже выбрал напарника. Благодарю за доверие, сэр. Нам пора на взлет. В натуре нам лучше робот, чем... Подожди, нам куда-то надо было идти, нам сюда, да? Итан, давай за мной. Ух ты, бляха, я все напичкано кнопками. Сопла в порядке, двигатели в порядке. Береговая охрана долго не продержится. Тихо, необходима воздушная поддержка. Давай, полетели. Согласен. Принято. Готовимся к вылету. Слетели включены, нажмите. Нажимаю. Все, полетели. Прикольно. Единственный способ сохранить порт — это вернуть себе превосходство в воздухе. Надо, да, здесь все зачистить. А что ж убивать? По кому стрелять? Давайте уже есть. Так, я не бачу никого. Ага. Есть, по нам стреляют. Стрел. Что за беспилотник? О, камон, шо? Ага. Ей, или скин. Ой, хорош. Мы почти закончили. База практически зачищена. Скар, осталось еще чуть-чуть. Зачистим их и поможем тигру. Все, что сейчас сделаем. Все. Походу, а не ша. Ой-ой-ой, что случилось? А меня убили, я так понял, да? Да. Стреляем, ловушечки вкидываем. Я стреляю по нему, как можно. Не по мне стреляй, козлы. Ловушечки раскидать. Ловушечки. Нафига он стреляет. Ой-ой-ой. Разорвали. Щай, да, есть? Ловушечки, по-моему, обстрел. Ну такой, не для меня, я, конечно, пройду и до конца. Ловушка. Есть. Красиво я их порвал. Старался. Куда дальше? Принято. Всем скар, готовимся к выходу на орбиту. Есть. Набираем высоту. Начало подготовки, да? Поехали. Автоплан включен. Поехали. Старт, конечно, жесткий. Идем на абордаж корабля противника. Ждите. Каков план вторжения, капитан? Автопилот включен, начни. Выходим у носа по левому борту и летим к мостику. Проникнув на борт, глушим мостик. Можете подписываться на канал, ставить лайки и комментировать. Всем спасибо за просмотр. Так точно. Как закончим, тигр пойдет в атаку.
Так, за катсцена, да? Чтобы не попутать. Я не бачу главную цель на 12 сверху. Тигр, у нас визуальный контакт. Подтверждаю контакт, прикрываю. Ой-ой-ой. А это автопилот, я понял. Это типа мусор всякий. Вижу. Ой-ой-ой. Я пока стрелять не могу. В чем проблема? Два. Полетели. А что, мы будем выпрыгивать? Камон. Снижение, да? О, это что, поближе, да? Есть, да? Ой, я сейчас сдохну. Все, откинусь, откис. Я трошки поспеши, не понял. Так, аккуратненько играем. Греночку течина. Ой, греночка, хорошо лететь. Она сама шукает себе жертву. Так, что тут у нас дальше? Есть что-то? Главный, подавите этих шустрых! Есть. Шустряки, да? Есть минус. Кидаемся, сразу идем в атаку. Все, минус. Аккуратно будь. Есть, минус. Наконец-то. Малый боезапас? Так точно, уже работаем. Вернитесь в бой. Блин, выравнивание. Подожди, что у нас есть? Ага. Понял. Я сначала не понял, потом я понял. Попробуй. Ой, сейчас бы был. Их всех выдало, правильно. Это нам. В атаку, марш! Штаб-сержант, прикрывай выход. Итан, отключи основные орудия и запусти систему жизнеобеспечения. Так, вам куда? Следить за окнами. Ой-ой-ой. Все, гравитация выключена, да? Полетели. Я найду командирский пропуск. Давай. Ну все, мы ее нашли. У нас малый запас. Берем пропуск и идем. Тигр, главные орудия отключены. Идем к вспомогательным. Принято. Вниз по шахте лифта. Марш. А что по шахте лифта, интересно? Мне треба пулечки. Пулечки уже надо, действительно, которая точка. И... Огонь не открывать, они не должны нас заметить. Я понял. Вот смотр до бойни. Что я пар? Идет-то? Что сделать? Полетели. Все чисто. За работу. Отключи вспомогательное орудие. Принято. Мне треба патрончики. Так, мне треба отключить сюда, взломать терминал. Капитан, здесь нужен командирский проб. Подключаюсь, капитан.
Итан, без... надо поражение делать. Вооружение отключено, идем. Сэр, я нашел еще что-то. Что нашел? Уже вражеские корабли на позиции. Вытащить можешь? Уже скачал, сэр. Отлично, идем. Тигр главный, вооружение отключено. Идем на выход. Так, мне надо боеприпасы пополнить якось. О, отлично. Куда вы пришли, камон? Нам сюда, тут ящички, о, тут всякие ящички. Чина. Греночки, все это же берем. А, я понял. Так. Давай. Стараемся. Гранты, типа чина, и все. Открываем двери, да? Открываем, пока никого не мая. Тут никого немає. Так, що у нас тут є? В шкафчику. Троянда. А тут що в шкафчику є у нас? Так, ладно, нічого інтересного. Окей, давай, да, продовжаємо далі. Зламаємо компа. Тут були якісь улучалки, я так поняв, да? Да. Так, покинуть корабль через 2 минути, я понял. Закрываем. Блин, я сам себя убил, камон. Так, давайте сейчас не затупим. Кидаем гранату. И хикаем. Ой, я походу его развалил. Так, нам треба втекти сюда, правильно? Треба двери открыть. Ага. Боеприпасов. Есть минус. Гранаты кипячина. Давай, 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 бежим, бежим. Нам сюда можно заходить? Так. Защищаем. Давай, Леша, ему увольняем его. Все отлично. А, это Итан, блин. Блин, сори. Что, тут треба покинуть, да? Давление падает, держись! Включаем какую-то фигню, не знаю, что. Ой-ой-ой-ой-ой. Я надеюсь, вы все держались, когда эту кнопку нажимал. Тигр, отправьте птичек! Поняла, высылаю шакалы. Так. Ясно, крутимся. Так, нам вниз, да? 1-2 готово. Отлично. У нас космолет. Ой, я сейчас взорвать, да, все? Пипец. Развалили мне кораблик. Задание выполнено, Тигр. Группа Скар вылетела. Стратком отправляет Тигр за пределы этого сектора. Уверена, что мы еще встретимся. Так, мы на посадку, правильно? Удачи, капитан Рейс. Спасибо. Спасибо, капитан. Спасибо. Капитан Рейс.
Крис, есть сообщение от адмирала. А ну. Принято, слушаю. Есть, сэр. Соединяю. Капитан Рейс, Стратком расшифровал сообщение от адмирала Котча, перехваченное за 6 часов до нападения. Вас понял, адмирал. Продолжайте. Сегодня. Опа. Джон Сноу. Тут, здесь тут. Сейчас мы положим конец власти и влиянию ненавистной земли. Ну-ну, давай, попробуй. Infinity Warface. Так мир только рождается. Их мир умирает. Я так понял, будет, да? Мы вырвались на свободу, а теперь... Финальный босс наш, именно. Какие-то самоуверенные. Марс вечер. Ну-ну. Они не остановятся, пока не захватят наш мир. Это, возможно, наш последний рубеж обороны. Ясно, сэр. Сообщаю о ходе ремонта, сэр. Ангарная палуба готова. Окей, рад, спасибо. Слышать. Я подготовлю разбор операции и пришлю. Итан, иди с сержантом. Помоги с разбором операции. Есть, сэр. Сам справлюсь, капитан. Не сомневаюсь. Итан поможет. Что делать? Так точно, сэр. Так, что нам дальше делать? Придется этим двоим поработать вместе. Уже предвкушаю. Тогда. Ставлю на Амара. А я на Итана. Я тоже на Итана поставлю, если честно. На вражеский корабль? Не скажу ни да, ни нет, босс. Будем считать, что это да. Принимаю это за еще как да. Сегодня прямо исторический день. Что нам дальше делать? Поднимемся наверх, Рейс. Посмотрим, что там у нас. Давай, тогда будем заканчивать серию. Возможно, эскотов тоже. Каких же? Ну, мы сдержим их благодаря командным тактическим операциям. Или? Или СДФ устроит нам блокаду, и мы не вернемся домой. Вернемся. Вернемся домой, Солт. Я знаю. Караулки можно посмотреть свежий выпуск. Капитан, новостей. Лейтенант, передают новости о бою в лунном порту. Если интересно, я присоединяйтесь. Пас. Отсутствие вестей доброе вести. Перку доступно, да, она прокачивается, я понял. День обещает быть долгим, чума. Ой, да. Да. 6 туда, 12 обратно. А не вниз открывать, правильно, вверх закрывать. Рубка левее, курс на 270. Кэп Дума. Что там с новой информацией? Покажешь нам? Как только капитан велит. Так, что дальше делать? Так, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте. До скорых встреч. Командир. До следующей части. Всем пока.